Фантастическое зрелище происходило 18 декабря на сцене Дома культуры «Юность». Зрители увидели танцевальный калейдоскоп, где сплелись воедино гармония, красота и совершенство. В концертной программе «Зимние узоры» свои превосходные номера показывали участники народного коллектива хореографического ансамбля «Клинка» и образцового коллектива хореографического ансамбля «Солнышко», руководитель Алла Слепцова. На предновогоднем концерте происходили различные чудеса, главное из которых – появление зимнего волшебника Деда Мороза. Он задал концерту праздничный тон, исполнил мечту одного из зрителей Саши Овчинникова, который имеет ограничения по здоровью. Дед Мороз поздравил Сашу с Новым годом и вручил ему новогодний подарок.